С 9 марта все шахты «Львовуголь» приостановят отгрузку угля. Такое решение принял независимый профсоюз Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Михаил Волынец. Профсоюзники, в частности, требуют разблокировать счета предприятия для выплаты зарплат, сократить аппарат управления и выделить не менее 200 миллионов гривен на охрану труда. Только после выполнения этих условий отгрузка угля возобновится. После обеда стало известно, что на шахте «Степная» горняки второй смены отказались спускаться под землю и потребовали гарантии безопасности труда.